А, еще про эти, про написание целей. Господи, везде дороги ремонтируют. Это, наверное, распоряжение было. Всем отремонтировать дороги в Сибири. Знаете почему? Ну, все догадываетесь, как, в каком масштабном идет это все объеме. Так вот, про написание цели в негативном ключе. Если вы хотите играть в эту игру, попробуйте. Если хотите, этот бумеранг возвращается быстрее, чем вы напишете к вам обратно. Поэтому все пишем в позитивном ключе. Только все самое хорошее, что может подарить нам наше мышление. Все, обнимаю.